наверное, это одно из важнейших элементов нашей совместной жизни, чтобы энергию молодежи, которая есть всегда, ее направить именно в созидательное такое русло. Потому что энергия, она все равно есть, она все равно найдет выход. Так пусть лучше на какие-то благие дела. И пусть это будет такое созидательное все. Большие надежды мы возлагаем на эти встречи. И я думаю, что это не единственная будет встреча. Мы это как бы в систему в такую введем. Площадка получилась очень интересная, очень познавательная. Мы на самом деле узнали очень много нового о проектах наших коллег, наших университетов из нашей области. Мы будем аккумулировать общую платформу, которая будет очень также важна для города на базе молодежной палаты. Вот, получается, в дальнейшем будем взаимодействовать вместе со всеми университетами и проект-комплекс парка Советской Армии, под парк Мазурина. В этом проекте наши студенты художественно-графического факультета уже разделили парк на некоторые зоны, зоны отдыха, зоны активного отдыха. Очень сильно надеюсь, что этот проект будет реализован и послужит на благо города для продвижения здорового образа жизни.